в Оксфорде есть очень замечательная сеть кафе, называется G&D. У них основной символ корова. Поэтому мы тут, среди русского сообщества, просто коротко называем коровой это кафе. Оно славится просто восхитительным мороженым. Самое лучшее в Англии мороженое делают в G&D. Сейчас мы туда зайдем. А, тут такая толпа. Тут вот доска с описаниями, что продается. И тут вот можно выбрать, какое мороженое себе вкусненькое. Само кафе, как вы видите, уже полно студентов. Все что-то выбирают. Сидят с лаптопами, общаются просто. В общем, если будете в Оксфорде, обязательно купите мороженое здесь. Это восхитительно. Лучше всего рожок с двумя шариками мороженого.